Привет, чё, как? Какие новости? Ничего, написал. Приняли? Не знаю, забрали, ничего не известно. Ничего не сказали, что ли? Угу. А остальные тоже написали? Да. А ты кому отдавал? Да там одному полкану. Там стопка у него здоровая набралась, только могу сказать, это точно. Угу. Все практически написали в отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, там видно. А я сейчас это сегодня в Телеграм читала там новости. Это 800 военнослужащих России отказались участвовать в боевых действиях в связи с морально-психологической низкой этой. Ну, короче, ну, я по понял. этим. А что на сайте там писал? На сайте написала. Я сегодня в понедельник, во вторник еще письмо отправлю туда. Такое, письменное. Ответ был, не? Ответ в течение 30 дней. За это время и помереть можно. Да, не факт, что придет, но типа если в течение 30 дней рабочих не придет, то нужно обращаться в военную прокуратуру, если они не ответят на эту жалобу. Юриста нанять, денег нету. Не надо ничего нанимать, сейчас все решим. Да, что решится, Эдик? Решим мы все тут. Народ уже все бунтует. Народ отказывается выполнять приказы уже все.